Всем привет! С вами Олеся на канале «Готовим дома». Сегодня готовлю бисквитный рулет. Не забудьте сохранить рецепт и поделиться им с друзьями. В миску кладу 90 грамм муки, добавляю 2 грамма разрыхлителя, перемешиваю и отставляю в сторону. 5 яиц разделяю на желтки и белки в разные миски. Стараюсь, чтобы ни капли желтка не попало в белки. К желткам добавляю щепотку соли, 50 грамм сахара. Взбиваю желтки с сахаром до пышности и увеличения в объеме в несколько раз. Вот до такого состояния. В миске смешиваю 50 грамм растительного масла и 50 миллилитров молока. Отставляю в сторону. Взбиваю 5 яичных белков на средней скорости миксера до воздушной пены. И в 3 приема добавляю 70 грамм сахара. Взбиваю белки с сахаром до такого состояния, когда взбитые белки на венчике загибаются в форме птичьего клюва. Добавляю желтки с сахаром во взбитые белки. И очень аккуратно, вот такими движениями, смешиваю обе массы. Приготовь, поделись, подпишись. В 2 приема просеиваю муку, смешанную с разрыхлителем, которую мы заранее подготовили. И также очень аккуратно перемешиваю. Теперь беру миску с растительным маслом и молоком, добавляю немного теста и перемешиваю. Вливаю тесто, смешанное с маслом и молоком, в большую миску с тестом и снова аккуратно перемешиваю до объединения смесей. Бисквитное тесто для рулета готово. Выливаю тесто в форму. Размер моей формы 35 на 25 сантиметров. Духовку разогреваю до температуры 170 градусов Цельсия и выпекаю бисквит около 15 минут до румяности. Температуру и время выпечки даю ориентировочно. Смотрите по вашей духовке. Бисквит готов. Достаю бисквит из формы и снимаю пергамент. Вот такой красивый, румяный и пышный бисквит у меня получился. Готовый рулет смазываю медом. Рулет можно приготовить с любой начинкой. Можно смазать рулет вареньем, джемом или вареной сгущенкой. Или приготовить рулет с кремом, например, со взбитыми сливками, шоколадным, творожным, масляным кремом. Сворачиваю рулет, заворачиваю в пергамент и убираю в холодильник хотя бы на 1 час. Уже прошел час, наш рулет готов. Бисквитный рулет по этому рецепту получается пышный, нежный и очень вкусный. Такой рулет к чаю разлетается за 5 минут. Понравится и взрослым, и детям. Гарантирую, друзья. Очень легкий и простой рецепт. Обязательно приготовьте, вы не пожалеете. И поделитесь рецептом с друзьями. Я думаю, они вам будут от души благодарны. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите хотя бы пару слов в комментариях. Вам не сложно, а мне будет очень приятно.
С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Скоро увидимся!